Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. События, магазин. Так, путешествие на пальцах. Это у нас пляж. О, смотри, какой забулдыга. Это у нас пляж. Ну, я, наверное, думаю, что поеду я на ролички, наверное, погоняюсь. Приливные волны. Так, байкер тут. Все, кому не лень, да? Это еще и с крыльями, чепушилы несчастный. Недолет, парень, недолет. А у меня все по фэншую. У меня по-другому и быть не должно. Потому что детский бассейн, ребят, впереди. Ты понимаешь? Твою налево, блин. Пока тут гундосил, блин, меня уже какой-то... Нифига там. Чувак, успокойся, успокойся. Он летит, а в космос, в поднебесную. Там тебе и место. Там тебе и место. А у меня место вот только одно. Бухарик бухариком, ребята, занимает первые места, как ни крути. Так что... Не все то бухарик, что на физиономии выглядит плохо. Ну куда ты там гонишь-то, парень? Успокойся, он лети в свою любимую поднебесную, а мне... Ну, здесь вообще замечательно. Опа! Байкер, гудбай. Смотри-ка, этот хлам, он почти, ребят, по пятам шел. Так что все четенько. По-другому и быть не может. 6 тысяч кубков сегодня, ребята, я планирую взять. Подожди, что за трасса? А, Хилл Климп. Ну, можно было бы, наверное, взять суперкар, можно было бы. Но я не стал рисковать. Прикинь, 4 ролики, ребят. Успел я взять, сиганул. Горючка мне тут очень хорошо помогла. Вау. И первое место. Из всех ролик мы вырвались первыми. Так, но здесь следующая гонка. Вот тут вот под вопросом, ребят. Давай, давай, бери горючее, отлично. Как горючку берем, сразу у нас такой буст. Ошуетительный, я так тебе скажу. Нормально. Нормально, всего две гонки было. Меня это вполне устраивает. Так, кубок застойный. Ну, хорошо, что хоть не отстойный, ребята, а застойный. Так, что такое? Ой! Ну почему именно меня-то, блин? Все проехали, и я почему-то именно упал на крокодила. Ну, ну как такое, ребята, возможно? А? Куда я еду? Слушай, а там что-то мистер Ти и панцирь почему-то... Отстали. И мне даже кажется, что они там, наверное... Да, они погибли оба. Как я умудрился именно крокодилу-то на голову приземлиться, и он меня откинул обратно? Ну, меня вот эти вот парадоксы иногда просто удивляют. Нифига там. Чувачок. Смотри, 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 насвистывает. Ну, я про формулу. Да, ну, блин, еще гонка одна. О, о, вот это вот обделыш был, называется, ребята. Давай, давай, правильно, вот туда вот вам всем место. Отдупляйтесь. И не думайте, и не смейте даже сюда ко мне подходить. Папа за рулем, ё-моё. Охламон нечестный. Так, ну что, у нас кубок лесов. Кубок лесов я, наверное, тоже, ребят, на раллином авто. Так, нам надо будет посмотреть, сколько мы заработали монет. Может быть, нам прокачать получится нашу вертушку. Фига там тягач шпарит. Не дорос еще тягач до нас. Вообще третьим приехал. Вообще приехал он третьим к финишу.
Почему у этой машины, на которой я еду, ребята, есть вот эти вот реснички спереди? Это, наверное, это женский вариант тачки, мне кажется. Ну, видишь, там вон реснички у нее спереди. Но это не серьезно, это не по-мужски же, ребят. Ну, если, конечно, это реснички, может быть, это какие-то щетки, я не знаю. У меня почему-то ассоциация с ресничками. Не знаю почему. Так, ну смотри, у нас все получилось. Мы побеждаем. Ох ты, кубок по скоростному спуску, ребята, зимой. Вау. Давно, ребята, зимушку не было. Давно зимы не было. Тут рулит тот, наверное, скорее всего, у кого обалденное сцепление. Не, серьезно, на этих трассах я тысячу лет не был. Это что тут еще за... за навозник? Фига он там. Как он там четернул-то, а? Как он так перелетел? Объясни-ка мне. Мне, например, этого не понять. Как он там прочетерил это все? Такая довольно опасная трасса-то. Взяли первое место. Что-то их там даже нету. Вниз по трубе? По какой трубе-то? Ё-моё, куда мы там летим-то? Я что-то думал, что... Ядрить! Ё-моё, ребят, ну... Ну что ты, Рэй, ну ёпрасоте! Вторым. А по итогу, по-моему, первым. Да, ребят, первое место занял. Так, сундук. Амортизаторы, это для спорткара. Здесь магнит, амортизаторы прыжков. Слушай, у нас с тобой столько вот этих вот кристаллов. Куда их потратить, а? Комплект суперкара. Ну, куда вот их потратить? Форсаж 250. Прикинь, купить, может быть. А что тут не показывают, что вообще в них может быть? Ребят, напишите в комментах, куда тратить вообще эти кристаллы, а? Так, а я пока поеду на забытом шоссе с нашим, опять же, супербухариком. Суперкар, значит, там супербухарик на моей Ламборджини. Надеюсь, он сегодня не пьяный за рулем. Мне бы не хотелось, чтобы он тачку мне расфигачил. Фига там. Ребятушки наяривают. Так, Алекс какой-то, 222. Да я помню, 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 ребята, есть. Чего? Какие там еще попрыгульки он делает? Хе-хе. Попрыгулька. В одном месте я бы сказал бы, что у тебя там. Ну вот это что такое, ребят? Пипец, третье место. Вот объясни мне, этот Алекс, он же там разбился, перевернулся. 21 день, фига ли, только сейчас получаю награду. Непонятно, пещеры ледяного огня. Тоже давно этой трассы не было, друзья. Если не ошибаюсь, это как раз то, куда нам... Это же где с помощью ветерка нас, да, будет подкидывать. Но на этой трассе, конечно же, нужен был... Как он называется-то? Крылья. Ладно, и без крыльев нормально вроде бы, да?
Только почему мы взяли с тобой верх именно? Для меня тоже это загадка. Могли бы заехать в пещеру, хотя... Кто знает, что там в пещере нас поджидает. По верхушке-то оно всяко безопаснее. Вот и все, вот и первое место. Корова там что-то недовольная, как это, мычит там, дергается. Грязное ралли. Блин, когда же наступит трасса для моей багги? Хочу багги погонять сегодня, поюзать. Опять этот Липкин. Ну ёк-макарёк, какой Липкин? Вообще непонятно кто. Я офигею, он еще и проехал нормально при этом, при всем. Я там каждую кочку считаю, а он их просто облетает. Да и как бы несправедливо, как по мне. Видишь, сзади на хвосте едет. Да отвали ты нафиг. Достал уже. Блин, хочу, чтобы трасса была не прямая, а какая-нибудь с этими, с пакостями, с какими-нибудь. Успел взять, да? Горючая, блин. Блин, не получилось, ребят, обогнать. На прямой трассе ему просто везет, вот и все. Просто на прямой трассе ему везет, ребят. Была бы она какая-нибудь, я не знаю, заковыристая или что-нибудь в этом роде. Есть шанс стать первым. Да. Фьюх. Отстал, паренек, отстал. Кубок путешествий. Так, ну, кубок путешествий мы помним прекрасно. Тут три разные трассы. Давай, 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 не дуркуй. Сам не знаю, зачем я это сделал, но сделал и сделал. Куда мы там летим с тобой? Вообще непонятно куда. Молодцы. Все начиналось хорошо. Упали в эту, именно в лужу. Да, в какую лужу? Именно упали на подъем. Чуть-чуть там буквально мне не хватило, чтобы его переплюнуть, этот подъем, и чтобы у нас все было нормально. Зашибись. Давай еще в хламину разбейся тут мне. И что утворяет, чувак? Просто летает. Теперь полетаю я. Он там что, идеальное приземление, что ли, запыхивает или что, или не кажется? В водичке-то ему тяжело было ехать, а? И тяжело. А вот здесь, скорее всего, этот синий говнарик нас может обогнать. Потому что это трасса, ребят. Трасса для него как раз. Хотя меня тут охламонище какой-то, ребят, под... А, он с крыльями. Е! Крылья бы тебя обломать, упырь. Ну что, кубок шахты. Опять, ребята, не дают. Не дают мне нормальных трасс. Ну как нормальных трасс? Не дают там, где бы с баги можно было бы повеселиться. Так что пока только вот такие вот. Ну зашибись. Поцеловался с потолком, называется. Давай здесь облетим. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо квазимодочку мне гнать. Виктори. Первое место. Ну что, давай не обделаемся, надеюсь. А, тут мотоцикл. Ребят, ну... Опять же, мы видели с вами, да? Есть байкеры, которые аккуратно вообще едут. Упс, погнали. Которые очень аккуратно едут и даже не разбиваются. Но он аккуратничал и поэтому приехал последним. Поехали далее.
Тихо ты. Давай без выкрутасов. Окей. Ну, видишь, у меня скорость, ребят, нагоняется. Мне в любом случае приходится врезаться носом. Чтобы, во-первых, сбить скорость, во-вторых, чтобы крышу не сорвало. День гонок. Так, дай-ка я посмотрю, у тебя что там по прокачке вообще? Все кисло, да? Все кисло. Ой. Подожди, зачем ты... Зачем я сейчас все это убрал? Так же было, по-моему, да? Да ты... Верни ты нафиг обратно мне все. Готово. Ну что, я готов, в принципе. Ага, тут еще имбайкер. Ой-ой-ой. Вот для меня просто беда это вот подъемы. Вот хуже не придумаешь, ребят. D14. Ну, понятно. Тут просто за счет крыльев, ребята, вырулил. Давай смотреть дальше. Первую трассу я не удивляюсь, что я сфейлил. Давай смотреть теперь другую. Пипец. Ага. Байкер, ребята, тут, как всегда, едет на пониженных. Как же ты долго приземляешься, а? Теперь в формуле проиграл. Ну, пипец. Вот ты мне объясни, как она, блин, приземлилась и сразу же поехала быстро. Я про формулу говорю. А, так он еще и на... Он еще и на форсаже. Перевернись ты, Феррари, формула, блин, вшивая. По-моему, я занял какое там второе место. А, первое? Тьфу, повезло, ребят. Так, приступайте к развлечениям. Приступим. Я уже думал, ребят, что не будет этих развлекух у нас, а видишь, они появились. Давай, 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 потихонечку, потихонечку. Посмотри, какой настырный, а. Посмотри, какой, блин, настырный этот ККМ-ка там едет сзади. Прям по пятам, прям на пяточки мне наезжал. Че, типа профи, что ли, я не могу понять. Твою, блин, налево. С этими, блин, прыжками затяжными. А он тоже не попал. Он хотел, видимо, попасть, но не попал. Опять же, дурацкий, ребята, прыжок подвел меня. Пока мы там в воздухе кувыркались, блин, барахтались, нас просто обогнали, вот и все. Вот, бесяво, тут ничего не поделаешь. Я еще и эту не поймал. Ну, ё-моё, ну... Зато первый. Отлично. Вот это да, вот это мы с тобой пролетели. Как вот этот ястребок. Угу. 3000 монет мы зарабатываем. Так, я ненавижу воду. Ну, в последние разы у нас как раз в воде-то все нормально. Опять чувак на этом своем драндулете там шпарит. Ну, тут еще и формула. Тут, ребятушки, еще и фор... Все. Все, 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 все. Нет, не все. Компенсировал горючим, который я успел подхватить. Да, нормально.
Просто я в трубу не заехал и поехал поверху. Но когда мы приземлились, я взял горючее. И это как бы компенсировало ту задержку, что я плыл без пузыря. Надеюсь, понятно объяснил. Смотри, а? Вот так вот делаем. Красавчики мы, красавчики. Просто как боги, да? Идеально. Так, давай посмотрим здесь, что у нас выйдет. Я умудряюсь, ребят, удивляюсь, точнее, как этот на мотобайке там еще едет. Так, насколько я помню, мы сейчас приземлимся перед трубой должны. Да. Приземляйся перед трубой и дальше, в принципе, все. Изи. Ты видел, как я мастерски между мачтой и кораблем просквозил? Скалистая дорога. Слушай, я не помню. Тут, наверное, надо было баги брать. Скалы. Хотя нет. Или да? Да, наверное, тут надо было баги брать. Фига себе. Действительно, ребят, скалистая дорога. Такая... Да, баги бы здесь вообще было бы идеально, ребят. Она бы просто по этим быкочкам брик-брик-брик-брик-брик-брик. И все. И в домике. А тут... Блин, еще эти камни. Я ненавижу, ребята, вот эти вот валуны. Я сейчас буду удивляться, если этот еще и проедет. Да как он, блин, по этим камням едет? Тут не каждая машина-то, блин, проедет. А он едет как будто по дорожке себе. Ну, я про именно про этого. Про суперкар говорю, ребят. Тут не любая тачка проедет по такой трассе. А он едет, знаешь, он даже не едет, он как будто плывет по воздуху, блин. Давай-ка вниз, наверное, сиганем. Вниз же тут есть проход? Есть. Вот черт меня потянул-то поверху. Он-то понизу поехал. Не дурак. Давай, рычаг, дотягивай. Тут финиш уже рядом. Есть. Первое место должно быть. Да, ребят, первое место. Клон плешивый. Так, туннели. Ну, не дадут мне. Не дадут, ребята, покататься на других машинах. Ох, нифига. Ты посмотри, какой у него байк. Такой современный. Дурачок местного разлива. Сам виноват. Я смотрю, байкер-то не доехал, не зацепился. До свидания, паренек. До свидания. А у меня-то все как раз замечательно есть. Байкер, конечно, газанул нормально, но... Разбился, ребята, он разбился там. Матео на низинке. Ой, нет, я лучше пойду вниз. Я даже не буду искушать судьбу, ребят. А вот это зря, наверное. Да. А если бы я поехал бы по низу, возможно бы обогнал, возможно. Но это не стопроцентная гарантия. Аккуратничает байкер, аккуратничает, ребята. Это и можно понять. Да что там за вот эта желтая параша-то за мной привязалась, блин. Иди ты. И я второе место занял. Пипец, блин. Слушай, эпические холмы. На холмах-то надо было брать-то. Что нам, баги, блин? Я поспешил. Я просто, ребята, разозлился очень сильно. И не посмотрел, что там за трасса.
Хотя, подожди. Хотя, подожди, еще. О-о-о-о-о-о, ребят, баги там шпарит. Хочет меня обогнать, засранка несчастная. Да не дано ей. Блин, меня вот там взбесило, конечно, в этих в пещерах, блин. Что-то же прям накипело аж. Ну давай ты гони, блин. Пипец. Горск. Какой-то Горск впереди нас едет. Чего? Он там еще и попрыгушки, что ли, нацепил на себя? Инвалид несчастный. Да, ребята? Он еще и попрыгульки. У него попрыгульки, крылья и магнит, по-моему, или что-то такое. Нормально, да? Нет, не магнит у него. А, у него колеса. И я туда же, да? И я туда же с этим оплеухом. Этот форсаж врубил. Ну, хотя бы одного говнаря обогнали. И все равно, ребята, я первый. Пустынные пещеры. В плане, блин, там было написано пустынные пещеры. Может быть, это и есть пустынные пещеры? Ну, да. Этот идеальненько про... Де... Как его? Денац. Проехал. Даже не врезавшись. А я тут все собираю. Но зато я облегченный вариант стал. Это мне тоже как бы идет на руку. Скорость, извини меня, ускоряется. А он едет со своей крышей. Целый, зато последним. Ну, не последним, там вторым, короче. Нос мы ему утерли. Ух ты, два тягача. Я только сейчас увидел, что здесь, ребята, два тягача. Не надо мне этих. Фига он там. Ты видел? У него что? Идиота кусок, а. Просто, ребята, идиота кусок. Да разгонялся. Хмырь болотный. Да так ему и надо, нисколечко не жалко, поверь мне. Вообще не жалко. Нисколечко. Ни йоточки, ребята, не жалко мне его. Он не уважает папу. А кто папу не уважает, тот должен валяться в кювете. Это в лучшем случае, понимаешь? Это в лучшем случае валяться в кювете. В худшем должен целоваться с потолком. Да, другого и быть не могло. Ну что, восхитительные диверсии, я так понимаю, после них, наверное, у нас уже будет 6000 кубков. А кто-то мне писал, Рэй, я играю сколько там, 3 дня, и у меня же там 20-30 тысяч кубков. Конечно, ребята, молодцы, просто красавчики, что вы так играете замечательно. Я за вас очень горд. Вот то, что я сейчас вот это вот что за тупизм я начинаю делать? Ну какого фига такой? Ну раз... давай ты, ну... Ай... Слов нету. Чё-то я в первый раз так затупил. Прям, ты видел, где там, да, начали выпендриваться? Нафига такой выпендрёж нужен был? Я не пойму. Причем раньше такого не было. Я так не тупил, по-жесткому. Давай вниз нафиг. Ну, тут наверх, раз уж заехали, блин. Чё делать-то? Так, и финиш, ребят. Замечательно. Так, давай еще одну гонку. Только не тупи, пожалуйста, Рэй. Только не тупи, я тебя умоляю об одном. Не тупи, едь нормально, едь как профи, едь как ты умеешь. Едь как тебе учил, я не знаю, там, мастер Йода. Ну нафига ты целуешься-то с потолком, ну ты... Слушай, водила,
835. Блин, проиграл водили 835. И он... А, нет, я первый. Я первый, ребят. Взял? Нет. Нет. Нет, я, ребята, не взял. Мне нужно еще, блин, одну гонку. Рэй, придержи коней. Тебе нужно еще. Кстати, это, опять же, по-моему, это повторение, да? По-моему, повторяется трасса, нет? По-моему, нет, ребята, не повторение или повторение. Фиг его знает. Воу-воу-воу-воу. Ты сейчас серьезно? Ты сейчас серьезно? Врезался в какую-то лаву? Это что за... Бабкины, ребята, сказки? Да иди ты в пень, блин! Давай! Тьфу! Нифига себе, блин! Вот это, да, вот это я, ребята, дал. Сейчас дам, блин, горючка. А, нет, все, все норм. Каким я там приеду-то? Вторым. Ну, 6 тысяч кубков. Есть. Ускоритель получил. Так, что у нас там? События нету. Команда. Что у нас там за гонки? Давай посмотрим. Зима. Ну-ка. А, у меня крыши нету. Не надо. У меня же крыши нету здесь. То есть, если мы врежемся в потолок, то все нам. Сразу крантарики. Вот. Аккуратно. Что-то вот здесь вот очень много погибло. Все, приплыли. Давай вертушку, наверное, возьмем. Все, что ли? Ну, здесь, наверное, буран. О, да. Не один инвалид такой на этом буране, да? Не я один такой дурачок на этом буране. Решил выпендриться. А чувак, кстати... О! Дуралей там застрял, как-то вылететь умудрился с этого бурана еще. Парадокс, но... Такое случилось. А я заеду здесь. Ты гляди-ка, он на снежные эти... Нахера ты так сделал, Рэй? Ну? Ага, Крэзи тоже, я смотрю, взял Ламарджини, да? С меня гаденыш взял пример. Я что-то поверху зачем-то поехал. Нормально. Очень даже неплохо финишировал, кстати. Пфи. Четенько, ребята, 32 место. Я считаю, что это круто. Блин, а я поздороваться забыл. Я забыл поздороваться с вами, ребята. Ай, косяк мой. Так, ну что, друзья, на сегодня, пожалуй-ка, я буду закругляться. Хотя нет, подожди. Дай-ка я покатаюсь тут. Покатался. Во. Танк, давай.
А, я же забыл, что танк-то у меня. Ну да, ребят. Он хоть сюда-то заедет, танк-то этот, в эту горочку-то. Да заехал вроде как. Да не надо. Пипец ты попрыгучий, а, парень. Отыграл уже. Привет, реально, в смысле? А что тут смысла-то? Смысла? В коромысла. Подожди, что там у нас за... Свободная гонка, что ли? А, наверное, все, ребят, больше я очки начистил, да? Все. Так, ну что, друзья мои, теперь, да, теперь я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.